вітання! Ви дивитесь програму «Тіп-топ новини». У студії працює Настя Вяткіна. Сьогодні ми підготували для вас багато цікавинок. Не перемикайте! Хочу запросити вас на прогулянку. А гуляти ми будемо зоряним небом. Програма «Тіп-топ новини» завітала до Харківського планетарію. Репортаж Насті Садоми. Ви хочете побувати в космосі? Або ж дізнатись, чи існують насправді інопланетяни? Для початку завітайте до Харківського планетарію. Тут можна стати ближче до зірок і планет. Завдяки унікальним пристроям, які є в Харківському планетарії, можна відчути себе справжнім астрономом, а ще здійснити космічну подорож. Ми з вами знаходимося в зв'язному залі планетарія. Можна сказати, що це центр, це серце планетарія, центр Вселенної. І тут нові можливості дозволяють нам відправлятися в путешествия космические. Новая полнокупольная видеосистема позволяет увидеть видео на всем куполе. То есть наши зрители, посетители вращают головой, смотрят со всех сторон их космос. Вот. Ну и традиционно аппарат планетарий, который в центре, он также нам помогает демонстрировать максимально реалистично звездное небо. Вот как мы ночью можем увидеть звезды, созвездия рассмотреть. Ну и, конечно же, многие эффекты зала позволяют видеть панорамы планет, как, например, Луны, Антарктиды, если мы путешествуем по Земле, ну и так далее. То есть возможности звездного зала позволяют нам вот совершать такие виртуальные путешествия, как космические, так и по нашей планете. Звездный зал планетария – это совершенно иное. Там работают не экспонаты, там работают приборы. Очень интересный прибор планетарий, который был создан в Германии, и это является оптический прибор для показа звездного неба. И, конечно же, в нашем планетарии, наверное, очень интересно поработать с телескопами. Телескоп – это не экспонат, это прибор для того, чтобы человек с помощью оптики соприкоснулся непосредственно с далекими мирами, чтобы он увидел кратеры на Луне или, например, лунные горы, увидел спутники Юпитера, увидел маленькую красную планету Марс с полярными шапками и кольцо планеты Сатурн. Все это делает планетарий уникальным комплексом познания. У музеї Харківського планетарію зібрані просто унікальні експонати. Виявляється, Харків зробив дуже великий внесок в освоєння космосу. Это модель лунохода, космический аппарат, который было два таких советские лунохода. И вот, как оказывается, колеса для них были сделаны у нас в городе на Харьковском велозаводе. И вот мы видим настоящий пример такого колеса. То есть точно такие же колеса устанавливались на советских луноходах. Вы можете заметить, что довольно-таки большое колесо, как у автомобиля. Значит, и сам луноход был довольно велик на Луне. Хотя по фотографиям, рисункам, мультфильмам, фильмам нам всегда кажется, что он маленький. Ну вот вы можете себе представить его размеры, если у него было 8 таких колес. Харківський планетарій – це не тільки віртуальні захоплюючі подорожі у космос. Тут часто проводяться цікаві лекції і зустрічі з астрономами. Приходьте і ви! Спеціально для програми «Тіп-топ новини». У Харківського ДЮЗу дуже багато друзів. Та вони не лише ходять на вистави, а й беруть участь у конкурсах. А на переможців чекають цікаві призи. Подробиці у наступному сюжеті. У Харківському театрі для дітей та юнацтва підвели підсумки конкурсу «Це значить настоящий вірний друг». Призи отримали маленькі театрали, які за 3 місяці відвідали найбільше вистав. І у нас є победитель. И не один, а целых два. Это 2 сестрички. Черненко, Алиса и Арина. Я знаю, что они есть в зале. Девчонки, это вам наш фирменный диплом. Не каждый может похвастаться, что он у него есть. Держи. Это один подарок. Сертификат. Держи.
на просмотр любого нашего спектакля. И также держите тяжелый пакет. Много разных подарков от наших спонсоров, партнеров и от нас лично. Там много разных познавательных книг, игр и других ценных призов. Участвуйте, молодцы, что принимали участие. Сестрички Аріна та Аліса відвідують ТЮЗ із першого року життя. У дівчаток вже є улюблені вистави. Ізумрудний город. Мені ще понравилось Алінки цвіточок, як ще на Василісі женився. Який був? Який сьогодні був понравився. Доктор Болит тобі понравився. Так. Мама Аліси та Аріни теж любить ТЮЗ з дитинства, тому й донечок приводить на вистави майже на кожних вихідних. Каже, дівчатка в захваті від театру, а старша Аліса вже сама мріє про театральну сцену. У нас вже є свої любимчики, у мене є свої любимі актери, у дітей є свої любимі актери. Нам здесь все нравится. И как играют, и режиссерские постановки. Превосходно, одна из самых наших любимых, это как Кощей на Василисе женился. Это просто бесподобно. Мы сюда друзей приводим, всех агитируем, чтобы все тоже ходили. Так что спасибо театру и спасибо за такую возможность детям подняться на сцену, поблагодарить актеров и вот почувствовать в чем-то себя победителями. Спасибо вам. Спеціально для програми «Тіп-топ новості». Підсумки конкурсу – це значить настоящий вірний друг. Підбиваються у Харківському театрі для дітей та юнацтва кожні 3 місяці. Ноябрі місяця, останній субота ноябрі місяця, февраля місяця і наступний буде в маї місяці. Тому, уважаємо зрителі, у вас є ще час прийняти участь в цьому конкурсі. Якщо ви хочете стати справжнім другом ТЮЗу, ходіть на його вистави, зберігайте квитки і приносьте їх на розіграш подарунків. Наприклад, Аліса та Аріна перемогли в конкурсі, зібравши 26 квитків. Наші зіркові гості вміють робити справжні чудеса. В студії програми «Тіп-топ новин» ілюзіоністи Віталій Ускар та Віталій Горбачевський. Спілкувалися з гостями наша журналістка Настя Садома. Доброго дня! Ви вважаєте себе чарівниками? Звісно. Ми є чарівники. Ілі ілюзіоністи. Ну так. Да. Ілі фокусники. Ілі волшебники. Ілі прості дігітатори. Це все ми. А ви вірите в чудо? Но если бы мы не верили в чудо, мы бы этим не занимались. Мало того, что мы верим в чудеса сами. Мы их творим. Мы творим и пытаемся зрителей наших тоже поверить в чудеса. А когда появился первый фокус? Ну, очень по записям древним, первое упоминание было около 4000 лет назад. Это было... фокусник Джеди, который показывал фараону в Древнем Египте трюк с отрубанием головы у гуся. Это первое упоминание. А сколько было еще фокусник до этого, никто не знает. А фокусник для вас это профессия или хобби? Ну, в первую очередь это наша профессия, а во вторую очередь это наше хобби, потому как мы совместили и удовольствие с работы, потому как наша работа удивлять, и нам нравится это делать. Как говорил Конфуций, превратите ваше хобби в работу, и вам не придется работать ни одного дня в своей жизни. И нам повезло. Поэтому мы даже в рабочее время мы все время отдыхаем. А с какого века вы научились делать фокусы? Я начал достаточно поздно заниматься иллюзией. Мне тогда было 14 лет. Хотя до этого я перепробовал массу всяких увлечений. Это был и спорт, и всякое моделирование, и всевозможные кружки. Но моя любовь, я остановился на иллюзии в 14 лет. Я начал чуть-чуть пораньше заниматься. Мне было 14 лет и 2 месяца. Я был, по-моему, 8 класс, пошел в цирковую студию и с этого пор начал заниматься цирковым делом и иллюзией. А как вы придумываете фокусы? Что вас надыхает? Очень многие вещи.
нас вдохновляет. На самом деле все фокусы уже почти все придуманы. Мы их просто оформляем нашим, как бы... Подачу новую придумываем, адаптацию. Знаете, как в музыке 7 нот, и эти 7 нот из-за перестановки превращаются в новые мелодии, также иллюзионные трюки... Эффекты. Я не говорю про трюки, я говорю про эффекты. Их всего лишь 13, и мы их все время меняем местами, и поэтому получаются новые фокусы. Да. То есть, если мы перечислим появление, исчезновение, трансформация, левитация, их не так много. И мы, но мы придумываем. Почему? Мы придумываем, но мы не придумываем новые эффекты. Мы придумываем трюки, да, и нас вдохновляют многие вещи. Например, это может быть музыка, которая нас вдохновляет на... какой-то романтичный лад, да, вот что-то там нам нравится, чтобы что-то летало очень красиво. И, либо какой-то, вот есть трюк, и мы хотим его подать как, каким-то образом, чтобы заинтересовать людей. Это может быть, ну, я не знаю, это может быть книга. Абсолютно. Мы можем прочитать какую-то историю, которая нас вдохновит на создание какой-то все, истории. Что угодно. Да. Мы можем ехать за рулем, идти по улице и кушать, и вдруг придет тебе какая-то идея, и ты сразу же ее откладываешь и записываешь. Это может быть спонтанно в любой момент. А сейчас я вам просто хочу показать фокус. Без вопросов. Можно? Я обожаю этот фокус. Хотя, если меня смотрят иллюзионисты, они скажут: это такой примитив, это так, но поверьте, мне он очень нравится. Если смотрят канал «Иллюзионисты», просто выключите на 5 минут. Возьмите шарик в руку, потрогайте. Есть ли в нем какой-то секрет? Там точно есть секрет. Никакого секрета нет. Это обычный шарик. Поролоновый. Да. Да? Будьте добры. Я беру этот шарик, я кладу его на стол прямо перед вами и начинаю его пилить. Вот таким образом. Я его буду пилить, 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 пока у меня не появится два шарика. А теперь чудо произойдет на счет 10. Давайте считать вместе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вас, по-моему, не впечатляет. Хорошо. Пока что-то покруче. Покруче, хорошо, показываем покруче. Настя, скажите, пожалуйста, какой из этих шариков вам нравится больше, этот или этот? То есть синий или зеленый? Красный или красный? Этот. Вот этот. То есть круглый. Хорошо, этот я беру себе. Вы уверены, что именно этот? Вы можете поменять свое мнение и выбрать другой шарик, а можете остаться на своем выборе. Итак, ваш выбор... Этот. Все-таки этот. Да. Хорошо. Мне нужна будет ваша правая рука. Этот шарик я беру себе. А этот шарик вы крепко зажмете у себя в руке. Крепко зажмите, чтобы я его не смог забрать. Теперь давайте так. Дотронемся кулаками. Вы чувствуете, как ваш шарик начал шевелиться? Удивительно. Вы первый человек, кто это почувствовал. Хорошо. Если вы чувствуете, значит, у вас очень хорошее воображение и фантазия. Медленно... открываем руку. Вот оно чудо. Вот оно удивление настоящее такие. Вот так мы удивляем людей. Это простой фокус, но... Знаете, нету плохих фокусов. Нету простых фокусов или сложных фокусов. Есть просто плохие или простые исполнители. Да. Дуже вам дякую. Приезжайте до нас в гости ще. Обязательно приедем. Обязательно. Мы обожаем Харьков. Нам очень нравится этот город. Нам очень нравятся зрители здесь. И спасибо, что вы нас пригласили в вашу передачу. До встречи на нашем шоу. Спасибо. Специально для программы ТикТок Новости. Це все, про що ми хотіли сьогодні вам розповісти. Більше новин на нашому каналі YouTube TV TikTok News. З вами була Настя Вяткіна та програма TikTok Новини. Зустрінемося за тиждень. Бувайте! Програма виходить за підтримки Харківського театру для дітей та юнацтва.